Активно все время гуляем. Мы стараемся уезжать из города на новогодние каникулы, обязательно в какой-то другой город. Хоккей. Да. Игра в хоккей – это лучшее решение зимой. Мы живем в селе, гуляем, ходим, ездим на санках, на лыжах дети, когда приезжают. В селе-то там хорошо, красиво и чисто. Меня сегодня ребенок уговорил санки взять, чтобы мы от того края Гончарова до этого дошли, но невозможно на санках. В свой дом, конечно, активно. Снег выпал, надо убирать. Нормально проводим. Дома бывает почаще, спасибо. Активно с детворой на каток ходим, катаемся на лыжах. Ну, как все. В деревне. Помогаю родителям ответственно. Поэтому ждем зиму. Ты еще не наступила зима. Дома сидим. И то не всегда прогуляться, то гололед. Все, падаем, ходим. Вот сегодня день маленький удался, нормально. Пока возможность есть, на лыжах стою. Потом, это зимы-то плохие, неудачные. Ну, как всегда. И гуляем, и дома, и дома. Вот я сегодня пришла, пешком иду. В зубную клинику. А лесополоса есть у нас такая. Сосновая. Вот там катаемся. Так что с удовольствием. Зиму всегда ждем. Она нас очень радует своим морозом. Солнышко, смотрите, сегодня какое отличное. Так что у нас окей.